Ну вот снимаю второй ролик, направляясь, как вот я снимал в первом ролике, на шлюз. Там буду запечатывать то, что вода бежит. И дорогу я как раз поснимаю немножко. То есть как я еду. Вот у меня здесь покажу сцепление своей тележки с велосипедом. Взял вот лопату. Вот и мешки еще сейчас закреплю. И все, на этом все готово. Посмотрим, что у меня из этой моей языке получится. Но вчера придется заехать за соломой. Солому надо будет взять. Это я засуну в рюкзак сейчас. Салофан. Ну что, на ветру он может где-то выпасть у меня. Все. Ну, сейчас вот поедем с Божьей помощью. Я засуну в другой кармашек. У меня тут детский вот рюкзачок пригодился, однако, в работе. Все, все, поехали. Господи, благослови. Тут я не знаю, развернусь или нет. Придется немножко кругом проехаться. Дальше. Зайдем по местности, посмотрите, как у нас тут все выглядит. Сейчас я на дорогу выйду и уже сяду на сам велосипед. Дом закрыл на замок. Потому что уезжаю неизвестно на сколько времени, тем более далеко. И заодно покажу вам свою дорогу всю. Он подходит. Это он к нашей пале пушистой. Ухаживает за ней. Она и рада этому. Вон она сидит. О, побежала. Пугливое создание. Паля, Паля, ты чего боишься-то? Ну, испугалась велосипеда? Он не кусается и не дерется. Единственное плохо, что оттаивает немножко грязновато на улице. О, я не подумал насчет моей конструкции, что она у меня тут не пройдет. Вот прошла, слава богу. Пришлось оповертить ее. Сажусь на велосипед и поехали. Откуда ты? Со школы? Нет, школы.
Сколько? Ну как тебе мое сцепление? Ну. Ну это в принципе. Сейчас я сниму камеру, постараюсь одной рукой и показать. Это не получается. Одной рукой, конечно, уже не такое напряжение идет. У меня получится сейчас. Вот я еду на велосипеде, там видно, что колеса крутятся. Сейчас постараюсь показать. Тут яма, сейчас проеду яму, скажу. Как у меня там тачка себя чувствует сзади. Видно будет, не видно. Ну, думаю, что что-то хоть видно будет. Вот так примерно. Вот. Ставлю обратно ее. Все равно на скорость увеличивается. Единственное плохо, что у этой камеры нету куда воткнуть, например, микрофончик, чтобы был звук хороший. Нет такого, но, к сожалению, не предусмотрено для этого. Ну да, Игорь тут трудится, технику готовит по всему. Всей хвалы, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, ты другого не как ты, и другого не как ты. Господа славишь, на душе радость, деревья не живет и не мешает. Никакого мата не слышишь. То есть словословие наполняет уста, а сердце поет, как царь Давид говорит. Вот тут уже какую-то силу применять, чтобы подниматься. Вот тут даже не то есть. На ветках, где солнце. О, ты велик, ты прекрасен и велик. У Игоря сейчас солому не наберешь, потом у барбаша имею в виду. Он сейчас ее сразу дробит потом и
по всему полю у него раскидывается. Вот я поехал туда. Вон там вдалеке видно кучи лежат соломы. Они ее в основном всегда сжигают. Вот, а Игорь нет, он, чтобы земля давала плод хороший. Потому что она должна, земля, быть сверху закрыта всегда. У нас вон я на Урал ездил своим родным там. Дядька у меня. Он говорит, 5 лет у них совхоз тоже занимался этим. Такой вот именно. Что. Ой, немножко запыхался. Поле сыровато еще. Что они делали? Они не пахали землю. Вот, и через 5 лет у них, говорит, земля стала твердая, как камень. А я у него спросил, говорю, а вы солому куда девали, которая оставалась вот здесь? Он говорит, мы ее корову на подстилку отдавали. Ну вот и результат. То есть земля-то была твердая, это голая. А Игорь вот так вот все вот скашивает. Но это не его поле, это другого. Вот, и все это раскидывается по полю. Еще плюс куча навоза возит. То, что у него от коров там есть. Тоже раскидывают по полю. Вот. Это видно. Это все. Как они там? Чуть не сказал, бобры. Это не бобры, конечно. Кроты. Вот они как портят поле. Ямка у них. Сейчас я еду. Подъезжаю уже. Именно. В соломе. Там покажу тебе те окрестности. Может, видно будет вам. Дальше, конечно, мне тяжеловато ехать, но зато она потом мне оправдается тем, что я буду, во-первых, мешки сейчас на ней привезу, во-вторых, потом глину будет легче таскать, а на руках -то. Единственное, не стал с собой ведро брать. Ну, думаю, может не сгодится. О, не закрепил, она начала у меня сползать камеру. Вот, и вот так вот в течение дня там все происходит. Да, у меня тут небольшое ЧП случилось. Сломалась моя одна рейка. Взял гнилую. Думаю, все. С виду-то вроде хорошая была. А в сучке сломалась. Как обычно бывает. Что сейчас делать, не знаю пока. Посмотрим. Сейчас я доеду до соломы, там посмотрим. Рядом поставлю, чтобы она это, у меня велосипед мог стоять. Ну, что у меня случилось, не знаю, тут видно, не видно на камеру, но у нас, скорее всего, должно видно быть. Вон она, вот это вот, внизу речка сломалась у меня, к сожалению. Это очень весьма плохо. Это весьма плохо. Так, сейчас я небольшой курс сделаю. Вот так вот немножко его. Велосипед у меня стоял. Не падал. Вот чем отличается, как говорится, лидер от просто человека, который подчиненный, тем, что он учитывает все. Вот, а я не учел, что то, что у меня рейка сломается. И сейчас
приходится, к сожалению. Вот оно, ее видно на камеру. Вот. Сучке прямо сломалось. Вот видно сучок. Вот. И это я не ожидал. Как я дальше повезу, я не знаю. Но придется как-то вот так вести. Сейчас буду думать, что сделать в этом ситуации. Я пока отключусь, чтобы время не терять. Потому что будет слишком большой ролик. Все, на этом я заканчиваю. Это уже второй ролик моей поездки на шлюз. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя.